Привезли на седьмую сегодня вещевую гуманитарку, бытхимию. Значит, здесь одеялки, детская одежда, порошки, шампуни, мыло. Также привезли лук, фонарики привезли, памперсы. Ну и всего такого понемножку. А, и вот такие прорезиненные рулоны. Они очень удобные, вот под, на крышу стелить, чтобы не капало, они не пропускают влагу. Женскую обувь привезли летнюю. И всего такого, быть добру.